В этом видео как создать корпоративную почту, бизнес-почту для вашего бизнеса. Меня зовут Федор Васильев и это видеоинструкция для новичков. Для чего вообще нужна эта почта? В большинстве случаев такая почта необходима для стопроцентной доставляемости писем с вашего сайта. То есть вы создали себе сайт, у вас есть форма, лид-форма заявки, куда человек вводит свои данные. И отправляет вам и эти данные уходят к вам на почту. Для новичков, для тех, кто не знает, кто сайты начинает делать недавно и пытается в настройках сайта добавить. Обычную почту, обычной почту это подразумевается, какое-то название почты, собака mail.ru, yandex.ru, gmail.com, inbox.ru, rambler.ru и подобные ящики. На обычной почте письма с сайта к вам приходить не будут. Это связано с изменением мейловых политик, так скажем. И это уже давно существует. И многие новички начинают думать, что у них на сайте что-то не работает. На самом деле, скорее всего, связано все именно с почтой. И существуют как раз таки такие бизнес-почты. Ее создать не так-то просто новичку, поэтому я решил записать это видео. То есть подробная инструкция от А до Я, как создать быстро такую бизнес-почту. Это бесплатно, абсолютно. И привязать эту почту, значит, на сайт. И в конце видео протестируем, посмотрим доставляемость писем вот с этого сайта. То есть это сайт клиента которые я делаю, и также мне заказали создать бизнес-почту для этого сайта. Во-первых, эта бизнес-почта, даже с точки зрения эстетики, она смотрится правильно, красиво, профессионально. То есть, скажем, где-то внизу в подвале на сайте вы увидите какую-то почту, название почты собакамейл.ру, это выглядит как минимум непрофессионально, некрасиво. Нормальная созданная почта, бизнес-почта выглядит примерно так, вот как у меня, это... Скул, собака и дальше после собаки идет привязанный домен. Чтобы создать бизнес-почту, у вас на руках уже должен быть зарегистрированный домен, это адрес сайта, зарегистрированный хостинг. Ну и желательно, чтобы был уже сайт, чтобы вы могли сразу протестировать с сайта доставляемость писем. У меня все это уже есть, осталось только создать бизнес-почту. Страничка, где вы сможете зарегистрировать бизнес-почту, доступна по biz.mail.ru. Вот такой вот адрес. Сюда переходим. Здесь на этой странице вы можете видеть вот здесь, что я уже здесь как бы авторизован прямо на этой странице bizmail.ru. Здесь в первую очередь вам нужно это сделать. То есть здесь залогиниться под своей обычной почтой mail.ru. Если у вас нету даже обычной почты mail.ru, заведите сначала обычную почту. Я уже не буду показывать, как это делается. Это элементарно создается, да? И авторизуйте здесь. То есть я уже авторизован и могу двигаться дальше. Здесь я на этой странице прокручиваю чуть ниже. Здесь Mail предоставляет разные свои сервисы. Мы выбираем вот почту для домена. Нажимаем здесь подробнее. Подключите свой домен. То есть у меня уже есть домен, как я уже говорил. Здесь нужно его подключить. Вставляю, значит, домен, который у меня зарегистрирован. И нажимаю подключить. Сначала нас система просит подтвердить, что мы являемся владельцем нашего домена. Самый простой способ подтвердить через HTML файл. Здесь есть разные вариации. Для этого нам нужен, конечно же, хостинг. Я выбираю, значит, HTML файл. Скачать HTML файл. Сначала я скачиваю к себе на компьютер, кликнув по этой ссылке. Нажимаю «Сохранить на компьютер». Далее я авторизуюсь на своем хостинге. Здесь может быть у вас Возможно сложность, если вы используете другой хостинг, потому что панели хостинга у всех, от, в принципе, отличаются. Ну, у кого-то они похожи. Если CPanel вы используете, то они вот одинаковые такие. В зависимости от хостинга. На этом хостинге я размещаю и свои сайты, и клиентов. Отличный хостинг. Всем рекомендую. Если вы будете повторять за мной, то у вас вообще никаких проблем не будет. То есть, если у вас хостинга еще нет, вы можете зарегистрировать хостинг. Тот, который использую я. Ссылку на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. Кстати процесс регистрации на этом хостинге размещения сайта, у меня тоже есть видео уроки. Уроки сможете найти на моем сайте ру перейти в блог, потом перейдете в разное, найдете здесь статью «Как зарегистрировать домен хостинга SSL». Здесь будут полезные уроки. И тут информация именно об этом хостинге, на котором сейчас я показываю, как подтвердить права на то, что домен является э, моим. Здесь я перехожу в диспетчер файлов. Обычно сайт размещается в папке publish.html. На этом Хостинге еще сайтов нету, поэтому размещаем именно сюда. Если вы тоже впервые зарегистрируетесь на этом хостинге, и зайдете также абсолютно по моим шагам, также будете действовать, здесь у вас будет вот такая папка временная. Она не нужна здесь. Я ее выделяю и нажимаю здесь удалить. Ставлю галочку Пропустить корзину, чтобы не захламлять корзину. И нажимаю вот на эту кнопочку. Вот сюда, в эту часть, нам нужно загрузить этот файл, который мы скачали. Я нажимаю здесь на кнопку Отправить и просто перетаскиваю мышкой вот в эту область данный файл. Он у меня загружается. Ну или можете нажать «Выбрать файл» и «Выбрать файл с компьютера». Все, зеленая полоска здесь у нас показывается, 100% файл загружен. Это окно я могу закрыть. Здесь я могу просто обновиться. Еще раз зайду в «Паблиш». Видим, что здесь этот файл у меня проверочный лежит. Дальше я перехожу на ту же страницу, где я был, где я скачивал файл, и нажимаю «Подтвердить». Нам нужно дождаться окончания проверки мы с вами прошли только самую простую часть. Дальше как раз таки могут возникнуть сложности у новичков. Но на самом деле ничего сложного нет. Я все покажу, что нужно сделать дальше, чтобы у вас все работало как часы. Мы видим, нас перебросил вот на такую страницу, где нам говорят, что состояние сервера, домен такой-то успешно подтвержден. То есть я все сделал правильно, на этом шаге все хорошо. Дальше такая, казалось бы, сложная какая-то здесь подсказка. Последний шаг. Настройте MX-запись. Текущая запись не обнаружено. Перехожу вот сюда вот опять в cPanel, в хостинг. Здесь нахожу раздел домены. И здесь я нахожу Zone Editor, то есть редактирование DNS зон. Кликаю по этой ссылке. Здесь видим наш домен. Нажимаем здесь на кнопку управления. То есть вы должны понимать, что домен, вот этот домен у меня уже привязан к этому хостингу. И хостинг зарегистрирован, это естественно. Здесь я нажимаю ⁇ Добавить запись ⁇ возвращаюсь на страницу настройки в mail.ru. Здесь, смотрите, вот данные, вот эту вот строчку просто отсюда копируем, чтобы от руки не писать. Возвращаюсь в настройки DNS-зон на хостинг. Здесь сначала тип я выбираю MX. Здесь у нас имя домена автоматически подставляется здесь получатель я ставлю то, что я скопировал сейчас с настроек со страницы Mail.ru. Важность ставлю 10. То есть откуда 10? Это у нас приоритет вот здесь вот 10. И нажимаю добавить запись. Итак, запись успешно у нас добавлена. Следующим шагом нам нужно возвратиться на Mail.ru и нажать проверить сейчас. Давайте сделаем это. В данном Ситуация у меня есть некоторая проблема, то есть то, что красным помечено, это сделано неправильно, и текущая запись, нам говорят, должна быть вот такой. В моем случае я возвращаюсь в C-panel, здесь я нажимаю MX, чтобы просто отсортировать, нам другие поля не мешали. То есть вот у нас правильный внизу, и вот здесь вот либо автоматически был создан 0, а в общем это у нас неправильно, ее нужно удалить. Нажимаю здесь удалить продолжить. оставляем только вот такой вариант. нажимаю еще раз проверить сейчас. и в данном случае я был прав, все у нас получилось. видите, стоит галочка, мык запись настроена верно. и остается еще такие две настройки, вот также прописывать две строчки на хостинге, так называемые SPF записи. И таким записи. Это все необходимо сделать, чтобы у нас письма доставлялись, не попадали в папку спам. То есть все, чтобы работал как часы. И давайте по порядку, значит, сверху вниз. следующая SPF записи. настроены неверно. Но на самом деле они у нас вообще не настроены. Нажимаем здесь вот инструкция по настройке. И здесь находится инструкция. Нам подойдет вот эта вот инструкция. Если для отправки писем вы используете ваш собственный SMTP-сервер, ну то есть наш хостинг. Например, отправка писем с сайта. Нужно создать SPF запись со значением таким-то, где вот это значение это фактически IP-адрес вашего сервера. Ниже вы можете видеть инструкции к популярным хостингам, как это настроить. Этого хостинга здесь я не нахожу, поэтому мы воспользуемся вот этой подсказкой. Все, что выделено видите жирным таким, выделяйте и копируйте, то есть, начиная вот отсюда, до запятой. Вот так вот копируем. Откройте временно блокнот на компьютере. И пока временно поместим эту строчку сюда. Дальше нам нужно подглядеть, где у нас IP нашего сервера. Для этого здесь вы можете нажать вот на эту плитку. Чтобы попасть, так сказать, на главную страницу cPanel, можете, чтобы это окно не закрывать. Нам здесь еще понадобится все. Правой кнопкой мыши открыть ссылку в новой вкладке. Открываем. Вот здесь вот обращаем внимание вот сюда. Вот именно, что здесь написано. Видите, у вас здесь свой, уникальный. Обратите внимание, не то же самое, что у меня, а свой будет личный IP-адрес. Вот так он выглядит. Прям копируйте его целиком. И здесь теперь внимательно обращаемся к нашему блокноту. Аккуратненько то, что нам из инструкции было сказано. Вместо вот этого значения. То есть удаляем. И прописываем вот так вот IP-адрес. Далее. Находясь на этой странице, редактор зон, нажимаем здесь «Добавить запись». Выбираем здесь тип «Текст Возвращаемся к нашему блокноту, копируем всю строчку, вставляем сюда. Сюда вставляем наш домен. Можете вот отсюда скопировать его, если удобно. Без http, двоеточий, двух слэшев. Вот так вот. И в конце точка. Ваш домен и нажимаем здесь добавить запись Текст запись вот у нас добавлена возвращаемся на страницу mail.ru нажимаем проверить все записи через несколько секунд страница обновляется все у нас получилось с первого раза SPF запись настроена верно стоит галочка и нам остается настроить последнюю запись это DKIM запись нам нужно скопировать смотрите вот так данные то есть начиная вот отсюда в и вся вот эта большая строчка вот так. Дальше идет это просто уже на русском описании, да? С ссылкой на инструкцию. То есть вот так вот аккуратненько копируем, возвращаемся в редактор зон, нажимаем добавить запись. Это у нас тоже txt запись выбираем. Здесь проставляем таким запись, как у меня. Оставляем пока так, возвращаемся на страницу mail.ru, имя необходимое, как вот здесь написано, прям вот так вот копируем. Возвращаемся на страницу редактор зон на наш хостинг. Имя вставляем здесь. Где-то в пустом месте вот кликните, и у вас здесь автоматически подставится ваш домен. Видите, вот так. То есть, чтобы вас не запутать, я скопировал только вот это. Вы тоже делаете то же самое проставляете здесь, в пустом месте где-то кликаете, и вас автоматически, ваш домен здесь подставится. Нажимаем здесь «Добавить запись». Запись успешно добавлена. Возвращаемся в mail и нажимаем «Проверить все записи». В данном случае я нажал несколько раз «Проверить». У меня здесь значок до сих пор, а должна быть галочка зеленая. Но о всех неудачах и удачных попытках настроить бизнес-почту вам будет автоматически mail присылать на почту уведомления. И даже несмотря на то, что здесь есть такой значок, возможно, нужно подождать, когда обновятся там сервера или еще что-то, когда здесь будет зеленая галочка. Но мне уже на почту пришло письмо такого содержания. днс запись для настройки деки. Подпись была успешно найдена. Теперь все письма будут подписаны вашей специальной подписью и будут более приоритетно рассматриваться почтовыми службами. То есть, в принципе, все сделали правильно и уже все работает. Спустя 5 минут я просто нажал здесь обновить страницу. Все-таки мне надо было визуально вам показать, что все настроено 100%. И вы сами видите, три галочки зеленые. Подпись таким тоже подключена верно. Все. Самое сложное позади. Осталось создать сам ящик. То есть как он будет выглядеть именно и куда будут приходить письма заявки с сайта. Для этого мы с вами нажимаем «Пользователи». И здесь нажимаем «Добавить». И сейчас будем просто создавать ящик. Выбираем имя и фамилию. По-русски можете написать, то есть владельца администратора сайта. Имя, фамилии заполнили. Смотрите, логин. Вот здесь вот, внимание. У вас вот здесь вот подсказка, видите, собака, и дальше идет название вашего домена. В моем случае название моего домена, у вас будет ваш домен. То есть вам надо придумать название, которое будет до собачки. Это может быть там info, магазин, там school, английскими буквами, да? У меня вот такое название, это из названия бренда, из названия логотипа сайта. То, что мне клиент предоставил, это будет вот до собачки у меня вот так. И надо будет здесь придумать пароль, да? Здесь можно нажать «Сгенерировать другой пароль». Пароль обязательно сохраните куда-то на флешку. Чтобы его посмотреть, нажмите вот на этот глазик. Далее нажимаем «Создать». Итак, почта у нас создана. Далее можете вот сюда, как в обычную почту, теперь зайти. Нажать здесь «Добавить почтовый ящик». Сюда вы вставляете свою почту, бизнес-почту. Нажимаем «Ввести пароль». Вводим пароль и нажимаем «Войти». Здесь идет проверочный код. Его надо здесь прописать. Дальше я нажимаю «Продолжить» и я вхожу. Видим, вот это почта, бизнес-почта, это действительно так. У вас здесь, как у меня, может сразу при первом входе возникнуть такое сообщение, что якобы у вас нет прав каких-то, то есть вы не увидите почту, увидите такое всплывающее окно. Не знаю, с чем это связано, попробуйте позже зайти, выйти из почты. То есть вот так нажать, вот здесь вот выйти кнопку, зайти там через 20 минут или несколько раз попробовать зайти. У меня автоматически это окно исчезло. Там, честно говоря, даже непонятно, почему каких-то нет прав у меня. У меня все права есть. В итоге как-то все-таки получилось зайти. То есть она выглядит так же, по почта, как обычно Mail.ru, только теперь у вас это красивая почта, бизнес-почта. А самое главное, что с сайта, с вашего сайта без проблем будут доставляться письма с лид-формы, со всплывающих форм, с обычных форм сайта. И сейчас нам останется протестировать. Обратите внимание, кстати, здесь внизу есть подсказки такие. Можно забрендировать данную почту, например, добавить фото и подпись. Здесь загрузить фотографию и подпись. Это когда в конце письма автоматически будет подставляться имя, фамилия администратора сайта, адрес сайта. Там. Ну, такая вот информация. Чтобы быть более точным, вот открою свою почту, брендирование почты. Видите, мой логотип, то есть это бизнес-почта моя. И вот подпись. В конце каждого письма у меня автоматически подставляется с уважением Федор Васильев. Вот подпись. Все, что угодно, все, что вы считаете нужным, можно в подпись разместить. В данной почте мы видим, нету ни одного входящего. Самое главное протестировать, как доставляются письма с сайта. У меня сайт на Joomla. Я перехожу в админку, система, общие настройки, вкладка сервер. Здесь email сайта прописываю. Только что созданную бизнес почту, сохранить, закрыть. Дальше я использую на сайте компонент формы. И мне нужно в каждую из форм прописать бизнес почту. Но самую главную проверку именно в движке Joomla нужно проверить так. Возвращаемся в систему общей настройки. Вкладка сервер. Здесь есть такая кнопка «Отправить тестовое сообщение». Так как разных компонентов, дополнений, модулей именно форм для Joomla много, они каждый работают по-разному. Может быть, действительно, может быть какая-то проблема в компоненте форм, там не доставляются письма или еще что-то. Именно важная проверка именно доставляемости сайта именно с Joomla нужно проверить здесь. Вот именно эта кнопка. От нее сейчас зависит, если письмо к вам придет или нет. То есть, если прямо с джумла сейчас я нажму сюда на кнопку и письмо не придет, то есть я буду понимать, куда мне дальше, так сказать, копать. То есть, если здесь не приходит в джумла, значит, скорее всего, какие-то проблемы на почте или на хостинге, или я что-то неправильно настроил в бизнес-почте. Так как, если я буду проверять с компонентов формы, это будет не точно. А вдруг компонент сам не настроен или не отрабатывает, не отправляет, вдруг проблема в компоненте. Поэтому нужно сначала проверку назначить здесь. То есть еще раз убедитесь, что вы здесь прописали в ваш бизнес-ящик, сохранились, и теперь я нажимаю вот здесь «Отправить тестовое сообщение». Здесь Joomla нам говорит, что сообщение успешно отправлено. Я перехожу в бизнес-почту, у меня доставляемость произошла. Это выглядит примерно вот так. У вас может выглядеть примерно то же самое, что Joomla говорит, что все успешно, что все правильно работает. Но даже когда вы все сделали правильно, настроили все три галочки, SPF, DKIM, MX, все настроили. И даже при этом у вас есть шанс, что письма не будут к вам приходить. Ровно так произошло и у меня. Письма изначально вообще не доходили, ни в спам, ни во входящие вообще письма не приходили. Если у вас такая же ситуация, как у меня, возможно, вам поможет немножко нужно донастроить сам хостинг. Если же у вас письма на этом этапе доходят, так как хостинги мы используем все разные, то ничего делать не нужно. Но если ровно так же, как и у меня, у вас при всем при этом письма не доходят, хотя вы все сделали правильно, также все панели вам нужно будет найти раздел электронная почта, здесь маршрутизации электронной почты, перейти сюда. Мне здесь это помогло. Если у вас один домен, здесь будет один домен. Если доменов на сайте много, здесь будет некий выбор типа вот такого. Да? Сначала нужно выбрать домен, куда вы привязываете почту. И здесь у вас, скорее всего, будет стоять точка напротив Рекомендуется автоматический или локальный почтовый обменник. Вам надо поставить точку вот сюда вот удаленный почтовый обменник и нажать изменить. И после этого протестировать отправку писем с сайта. В мне, в моем случае, это решилось, это помогло, и теперь у меня как часы доставляется письма без проблем. То есть все этап настройки почты завершен, все работает. Если при всем при этом у вас все равно не происходит доставляемость писем. Сейчас на экране перед вами почта поддержки именно бизнес-почты от mail.ru. Просто напишите прямо на эту почту, укажите свой домен, укажите адрес, и они должны вам помочь. Я надеюсь, что я вам помог, и после этого видео у вас тоже будет рабочий электронный ящик, красивый бизнес-почта, такая, какая она должна быть. Профессиональная почта для сайта. На этом видео я заканчиваю, и увидимся с вами в следующем.